Доброго здоровья, друзья! С вами лохматая душа. Зло шагает по планете. Ребята, оно неплохо просто шагает. Оно уже несется с бешеной скоростью. И страдают от него в первую очередь дети. Человеческие дети. Дети животного мира. Лохматые, голые. Кровь во рту, да? И глазки покажите. Вот, его стукнули. И бросили в мусорный бак. Он даже не может глаза открывать. Его вот парень, который нашел, попытался попоить, он отказался от воды, и в воду пошла кровь. Вот так вот. И вот так он всю дорогу скулит. Одним из таких страдальцев оказалась маленькая малышка, трехмесячная девочка-щенок Наталина. Мужчина ехал мимо мусорки и услышал плач. Остановился. Дай Бог здоровья этому человеку. За его неравнодушие. За то, что не прошел мимо. И своим поступком спас ребенку жизнь. Через десятые руки человек нашел мой телефон. И когда позвонили, я сразу попросила их: довезите, пожалуйста, ребенка до стационара. Так в лохматой душе появилась Наталина. Ребенок до сих пор находится в стационаре. Уже больше недели. Привезли туда. Да вы сами сейчас ролик увидите и увидите, в каком состоянии малышка попала. Это страшно. Ее били чем-то тупым по голове. Именно поэтому череп остался цел, но травма мозга однозначно есть. И в воскресенье Наталине предстоит МРТ. Друзья, в приюте тяжелое положение, вы это знаете. Животных много. К тому же на этой неделе у нас добавилось 2 спинальника. Речь о них пойдет в следующих роликах, и я также расскажу. Дети, такие же самые дети. И сердце обливается кровью, когда смотришь в их глаза. Мои хорошие, я обращаюсь опять к вам. Потому что больше некому. Некому в нашем мире спасать животных, кроме 1/3 населения, сохранившей в душе милосердие и сострадание к живому миру. Я говорю о вас, друзья. И я призываю вас. Пожалуйста, мои хорошие, оставайтесь с нами, потому что добро, оно имеет место жить и существовать в этом мире. Да и мы все с вами живем только благодаря тому, что мир когда-то был добрым. А еще в наших силах, ребята, изменить его. Храни Бог ваши семьи, храни Бог вас, люди. Добра вам. Друзья, самое страшное, то, что щенок потерял зрение и слух. Наталина сейчас слепа и глуха. МРТ поможет выявить травму, что влияет на ее состояние. Я обращаюсь к вам за помощью. Пожалуйста, мои хорошие. Отзовитесь. Помогите ребенку. Прошу вас.
Так, это у нас девочка. Да, моя сладкая. У нее черепно-мозговая травма. Не бойся. Ну не бойся. Она уже держит головку и периодически поднимается. Кушает, пьет активное, ну как, активное в меру своих возможностей. Ну, вот так, в принципе. Вставай. Вставай. Ой, ты молодец. Ну ей прям легче значительно. Капельницы делаем с манитом, ну вот. Вероятнее всего, есть проблемы еще и со слухом, потому что он не откликается на громкие раздражители. Есть проблемы со зрением, потому что он не видит, а опирается только на чувство обоняния. Он дезориентирован. Ментальный статус, улучшение, дезориентация. Хождение по кругу. Вытыкание в предметы. Рефлекс угрозы отсутствует.